Мам, так все это помидорчики ты сказала? Обработанные, да? Ну так, не хочет он ехать тебе за экологическим этим, как его. Так, так мама раньше всегда же этим подкармливали навозом, говнецом. Я думала, мои вообще помидоры не пойдут, не слава богу. А это после того, когда было как-то холодно, да, так пропали перцы? Мороз. Ну что, может, отойдут? Они это нормально отошли. Отошли? Надо показать. Скажи, пошли морозы. Отошли. Отошли. А так а ночи еще холодные. И там вам тоже помидоры. Да, 17. Ну, мамка говорит, у вас здесь не идут дожди, а в городе шли дожди. Но. Бабочка пошла. А? Не, ну так тут прилично. Чего ты говоришь, что не совсем? Прилично я отойду. Ты не видела в начале, господи, я думала уже все. Подожди, я пока мисси этим. Иди поищи, может, ты куда-то унесла. Куда я не уносила, по-моему? Все, украли. Это что, десятку отвалили? Все, отвалила, провалила. Какой запах! Ну что, нашла? Тут осталось только по этим. Там, где это, мне неудобно ж. Травка сейчас подсохнет. И подсыхает. Пойду я переоденусь. А ты что хочешь? Ну, тоже а что ты пойдешь? Я сама эту часть. А что ты пойдешь? Все равно надо огурцы добить. Их надо обкучивать, мне кажется, и они будут сластись. Надо будет, наверное, что, их просто постучать? Так, я сам сама сделаю. Сейчас пойду я переодену. Это не надела. Это разные вещи. Я не стиралась. И... А ну вот тут вот он, если бы убрать, пройти. Это не надо. Или потом там, когда больше потом... подрастет, рукой. Рукой потом ручную убрать и все. Потому что я же так хорошо прокультивировала. Оно сейчас в эту духоту 26. Я не сказала, сказала, сколько сегодня? 26, да? Не знаю. Спасибо.
А какая страшная медведка! Чего? Я видео посмотрела. Не видела? Нет! Нифига ж себе, какая-то страшная на вид. Все, сполола тебе и помидоры, и огурцы. Что еще? Да ну не надо морковку, если ты брат, ты убачишь, так нехай не надо, это все порядок. Поэтому я их не трогаю. Назад закидывать эту теплицу, мам? Не надо, поливать буду. Дай-ка я еще культиватором пройдусь по бокам. А что у тебя здесь сбоку посажено? Где? Вот здесь вот. У огурца? Да. Вот этого? Вот и... это. Там ничего. А здесь? Здесь морковка, не лезь сюда, не надо лезть. Она сама стала вылазить, не надо трогать. Да, а я трошки прополола. Я тебя прополю. Я только с той стороны не прополола. Где? Тут. Тут я ничего не стою, я имею в виду, вот эти дятычки стоять. А. Огурцы твои красавчики. Твои красавчики стоят. Тут тоже красавчики. Только полить надо. Горите подбить трухи. Ну, вот смотри, какие чистые помидоры. Смотрим мою работу. Это я сполола одну тепличку, вторую тепличку. Дальше идем. Тепличка. Ой, блин, помидоры подбили с мамусей вдвоем. Я же там мам шкрабала. Не добираешь? Нет, мяжу. И огурчики. Так я по меже тоже шкрабала. Все. Все, работа на сегодня закончена. Будет дождя, все. Тучки рассосались. Мама, кидай дурное дело, пошли, хватит. Так много поработали. 28-го пойду в отпуск. Остальное доделаем. Все, всем пока-пока. Нет, я вот это имею в виду. Думала, это кружовник. А как, йохта? Ёшта. Ёшта. Гибрид. Кружовник и сковорода. Ясно. А уже смотри-ка, его скоро можно будет кушать, да? Да, ну и все, когда... Малина. Когда малина? Да. Ну, значит, через месяц почти. Это что это? Чёрная ягода, как она называется. Не знаю. Ежевика, не? Не знаю. Ежевика, ну. А вот этого выросла, папа весной отсадил и на ней принялась. А вон то самое, видишь, вот эти, может, надо по осени их отсаживать. Может быть. Не знаю. Угу, какие у нее колючки. Шипы добрые. Ага. Видишь? Мам, потом отломаешь. Не, а то еще поранишься. Уже поранилась, пробовала.